Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников, и сегодня мы начинаем играть на новом проекте «Криминальная Россия» в сервере Amazing Roleplay. Итак, я уже почти прошел регистрацию, и мне осталось только выбрать своего персонажа. Сейчас мы это сделаем. Так, на улице уже тепло, так что можно, в принципе, и без курточки, я так думаю, гонять. Вот. Возьмем вот этого. Выбрать. Так, вы желаете пройти обучение на нашем сервере? Угу. Да, давайте просмотрим. Так, обучение. Так. Первоначальные работы. Так. Автошкола. РБ. 5000 стоит права, охренеть. Ладно, ничего страшного, сдадим. Так. Дальше. Угу. Снять квартиру. Купить автомобиль. Потребуется жилье. Ага. Ага. Вон оно что. Так. Дальше. Автосалон для передвижения по серверу на транспорт. Купить вы можете в автосалоне. Поселок Батырева. Так. Ладно. Купим. Так, больница. После смерти ваш персонаж появится в больнице. Батырева тоже. Где пройдет курс лечения. Для быстрого лечения нужно обратиться к работнику больницы. Так, хорошо. Обратимся, все сделаем. Так, ну вот, в принципе, и все. Так. Отправляйтесь на шахту, чтобы заработать 5-10 тысяч рублей. Так, проблем-то давайте отправимся. GPS. Подработ. Так. Давай на шахту, поперли. Онлайн, в принципе, хороший. Народ буйный. Пинг тоже хороший. Так что отправляемся на шахту, дорогие друзья. Ну, а там уже встретимся. Мне нравится, как тут все сделано. В принципе, красота. Так, радары стоят. Так что скорость придется нам все-таки не нарушать. Как мы это делаем на премьере. Ах ты, козел! А там лесопеды, что ли, были? Ну, ё-моё, я пешком побежал. А далеко бежать-то? Ну, а, тут недалеко. Так что все-таки прогуляемся мы. Пип-пип. Прогуляемся мы. И пешочком добежим. Не такие уж мы и старые. Так, тут у нас что такое? Какая-нибудь банда, да? Что здесь? Угу. Это администрация, что ли, да, получается? Я не понимаю, что это. Ну, скорее всего, это администрация. Так что лазить мы здесь не будем. Так. Танк. Отлично. Красиво все. А вот, собственно, и автошкола. Да-да-да. Ну ничего, скоро мы сюда вернемся и сдадим здесь на права. Так, а пока что мы бежим на шахту через поле. Так, вот мы уже подбегаем к шахте. Сейчас мы через кусты пролезем и уже будем, собственно, там. Бежать тут, в принципе, недалеко от спавна. Итак, биотуалетики. Ага, вот, собственно, и шахта. Так, туалет. Альт. Я сейчас войду в туалет. Так. Я в туалете. Что? Что? Что делать? Так, справить нужду. Левай. Оба. Чпоньк. Чпоньк, пописил. Застегнуть надо. Стряхнуть. Нет, сначала надо стряхнуть. Все, застегнул. Молодец, все, уходим. Так, чпоньк. Пописил. Все. Бежим дальше работать.
Красота какая, а? Так, это что тут такое? Так. Металл покупать. Так, мне не нужен металл. Мне нужна работа. Так, заходим. Нифига себе, вас тут сколько. Так, переодеваемся. Да, я хочу работать шахтером. Так, местонахождение руды отмечено на карте. Добыть сырье, отнесите в кузницу. Так, если вы уйдете далеко от места работы, то ваша зарплата аннулируется. Так, да ничего страшного. Я еще ничего и не заработал. Так, все, работаем. 5 тысяч надо. Так, уйди, те, все. Что вы заперли, то меня все. Вы, да, Во, отличненько. Так, это тут что стоит просто так? Так, 42 килограмма руды. Это сколько бабок? Интересно. Ну ладно. Ух ты, стреляет кто-то. Нифига себе, бандиты. Развели тут зоопарк, а? Вы что там? Так, сейчас надо спросить. Так, братва, какой курс? Так, два. Два за килограмм получается, да, наверное? То бишь я сейчас 70 на 2 140 рублей получу? Всего лишь? Ё-моё, как это мало. Ну ладно, ладно, посмотрим. Надо еще часики себе будет купить. И телефончик потом блатной. Так. Сейчас руду добудем, все будет хорошо. Ну, впрочем, сейчас я заработаю 5 тысяч рублей, и мы продолжим. Чтобы вы тут не смотрели, как я тут ручками своими размахиваю, да? Вот. Ну, в общем, встретимся сейчас еще. Давайте все. Так, мы тут немного поболтали с Дмитрием Сухаревым. Он мне еще раз объяснил, что за 1 килограмм я получу 2 рубля. Я у него спросил, сколько стоит права. Он сказал, права первого уровня, ну, по его словам, это мотоцикл, похоже, категория, стоит 2000 рублей. На Б сколько стоит, никто не знает. Ну, может, действительно никто не знает, либо все отмалчиваются. А тем временем я уже почти заработал 500 рублей. Вот, сейчас мы заработаем наконец-то наши 5000, и все-таки мы сами отправимся в автошколу и посмотрим, что там да как. А там, если будет еще времечко, мы сгоняем в магазинчик, купим себе часики, ну и телефон мобильный, если денежек у нас хватит. Так что оставайтесь на нашей линии. Так, Б категория 5500 стоит, А категория не помню. Виктор Литовский нам сказал. Ага. Спасибо большое. 5500, то бишь нам надо 5500 все-таки. Категория А 4000 рублей. Ничего себе, ребята, вы тут бабки рубите. Ну ладно, ладно. Будем работать, что? Выход-то один у нас остается. Ждем-с. Категория А2000. Ну, тут споры сейчас пойдут, так что завязываем. В общем, надоело мне здесь бегать уже. Уже полчаса туда-сюда бегаю. И собрал всего 918 килограмм. Так, заканчиваем. Заработал я 1836 рублей. Я даже не знаю, что на них смогу купить. Впрочем, я думаю, на этом мы закончим нашу серию, потому что у меня появились прям такие неотложные дела. В общем, вот. В следующей серии мы посмотрим работу грузчиком. И там доработаем, если там лучше или больше получаем, там мы дозаработаем свои денежки, которые тут остались, там, что там, сколько там, 4000, наверное, да? Ну, 3 с небольшим осталось, да? Вот, заработаем их и сдадим уже на права. Вот. Так что первую серию игры на Amazing Roleplay мы заканчиваем. С вами был Артем Плотников, игровой канал Escape TV. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего вам и пока!